Инспекторы гостехнадзора с рабочим визитом посетили Западнодвинский технологический колледж имени Ивана Александровича Ковалева. В стенах этого учебного заведения государственные инженер-инспекторы гостехнадзора – нередкие гости. В рамках проводимого семинара прием экзаменов на право управления самоходными машинами у студентов колледжа. Принимать экзамены – это одна из функций нашей инспекции. Мы принимаем экзамены для выдачи удостоверений тракториста-машиниста. На примере экзаменов, которые в этот день сдают студенты колледжа Иван и Роман, инспекторы закрепили наработанные знания и познакомились с нововведениями экзаменационного процесса. Кстати, с теоретической частью ребята справились довольно быстро, а главное – успешно. Здесь есть возможность получить права на все самоходные машины любых категорий. Это вам пригодится в жизни? Да. Практическая часть экзамена проходит на настоящем трактородроме. Приятно видеть работу будущих механизаторов на новенькой современной машине. Нужно идти в ногу с прогрессом и соответствовать. Если мы будем обучать на более старых тракторах, они придут работать на новых, это будет уже не соответствовать нашим стандартам. В этом году сельское хозяйство страны пополнится 25 механизаторами, выпускниками колледжа. Обучают ребят не только вождению, но и обслуживанию сельскохозяйственных машин. А такие специалисты всегда в цене. Западнодвинский колледж технологический один из лучших в западной зоне, который имеет достаточно богатый опыт подготовки кадров. Достаточно один из лучших здесь, в западной зоне, имеется достаточно серьезная материальная база, трактородром, как вы видите, достаточно хорошо оборудован. На ваш взгляд, ребята сегодня достойно сдали экзамен? Да, и они показали достойное качество подготовки в образовательном учреждении и, соответственно, достойный результат. В Западнодвинском колледже сюда приезжают учиться ребята как из Тверской области и соседних регионов, так и из Москвы. Обучают востребованно на сегодня профессиям промышленного садоводства, ландшафтного дизайна, эксплуатации сельскохозяйственных машин. В распоряжении студентов оборудованы лаборатории, оснащенные компьютерами техника. Кстати, экзамены у будущих механизаторов инспекторы гостехнадзора принимают в 60 учебных заведениях Верхневолжья. А это вселяет надежду на ускоренное развитие регионального сельского хозяйства. Права тракториста у нас востребованы. Профессия достаточно в условиях, что у нас хорошо развивается сельское хозяйство, дорожно-строительные работы, да, профессия очень востребована. А если говорить про работу самих инспекторов гостехнадзора в этом непростом для всей страны году, то основной акцент будет сделан прежде всего на профилактику. Объявленный по всей стране временный мораторий на проверки коснулся и службы инженер-инспекторов. Мы свою работу строим в основном на профилактику, предупреждение рисков причинения ущерба и вреда здоровью и охраны окружающей среды. В основном проводим консультирование граждан, проводим профилактические визиты, выдаем предостережения о недопустимости нарушений.